Ну, для начала вопрос о возвращении. Я понимаю, что оно уже не сегодня случилось, чуть раньше, но тем не менее, вы, видимо, читали мой вопрос первый. Мне было на самом деле любопытно, почему очень медийный, очень известный, на взгляд телезрителя очень удачливый в формате телешоу «Адская кухня» Илья Пасухин однажды для себя принимает решение вернуться в Приморский край. Я люблю город Владивосток. Я как бы проработал во всех крупных, ну, в одних из крупных городов России, ездил, мастер-классы давал или просто там путешествовал. И все-таки сделал для себя вывод, что самые любимые города для меня остаются — это Санкт-Петербург и Владивосток. Потому что я люблю гостей своих, людей, которые живут здесь. И просто реально я очень люблю город Владивосток. Мы говорим про дальневосточный менталитет. А вы, побывав и на стажировке в Америке, и вот в Москве в таком форматном телешоу, вы ощутили или, может быть, комплексовали из-за того, что вот есть это понятие менталитета? Или наоборот, конечно, это для вас? Я вам скажу больше, что в каждом городе есть менталитет. Даже вот взять не дальние города, допустим, как город Уссурийск, Хабаровск, Владивосток, Арсеньев. Это совершенно разный народ, совершенно разный менталитет, по понятиям, по жизни и по работе, и во всем. Совершенно все разное. Вот. А что касается другой страны, так, ну, там понятно. Все понятно. Илья, ну в чем мы особенные? Ну вот Владивосток. Добрый очень. Доброта — это самое главное. Это вот я разговаривал со своими друзьями московскими, все говорят, что шибко добренькие. Вот я вот приезжаю, замечают это. И потом, которые люди бывали у нас в гостях здесь в городе, тоже я говорю, первый вопрос, что им больше понравилось, они говорят, поражает то, что ваша доброта, общение, вот это вот. Вот у человека на улице спросишь, там, допустим, как пройтись, тут же подскажут, туда-сюда, все. Вот это вот, это уже очень прекрасно. Это доброта в формате телешоу «Адская кухня», где все равно это была школа выживания, очень жесткой психологической борьбы. Она мешала или, наоборот, в каких-то вещах выручала? Я сейчас скажу, что мне, наверное, даже повезло в этом плане, что когда закончился вообще проект, когда меня еще выгнали в тот, посередине проекта, я очень сильно переживал, как это все покажут и как это потом спонтируют именно. И мне успокоило только одно, потому что как бы я по условию контракта мы не обязаны вообще разговаривать, нам запрещено общаться там, допустим, с редакторами там или так далее. Я вышел покурить, тогда еще курил сигареты, вот, переживал сильно. Вышел один из главных редакторов со мной вместе курить. Он стоял, просто курил, молчал и говорит, я тебе, говорит, ничего не скажу, я запомнил, это Олег Челах, он, кстати, редактор и многих «Орел и Решек», которых ведет. Да. И он говорит, что я тебе единственное, говорит, скажу, я тебе сейчас ничего, говорит, говорить не буду, но ты, говорит, был самым человечным на всем проекте. Вот эти слова для меня были очень важны. Я прямо удивлен, что серьезно, ты, говорю, не шутишь. Он говорит, я все, что могу тебе сказать. Он говорит, ты был самым человечным человеком на всем проекте. Высший комплимент. Особенно, опять же, в таком жестком формате. Было очень приятно. Илья, момент изгнания из шоу, можете сейчас припомнить, вот какие это были чувства? Все-таки больше было игры в ваших там друзьях и соперниках, участниках телешоу? Или на самом деле уже не постановочные страсти шипели на площадке, кипели на площадке? Естественно, они пытались это создать именно, чтобы это было для нас больше как сюрпризом, потому что нам ничего не рассказывали, что происходит именно. Каждую минуту могло все произойти против нас. Это проект, который управляет два человека очень важных. Это главный редактор и его, я сказал, наверное, психиатр там был такой у нас, которого даже боялась съемочная группа. А проект там работало 360 человек каждый день. Это очень грандиозно. Это масштабы просто невероятные. Когда ты находишься внутри и все это видишь, это понимаешь, что это все серьезно. И люди все эти работают. И ты, как говорится, вот со своей, там, со своими ребятами в центре внимания вот этого всего, над которым все эти люди работают. И они понимают, что им нужно сделать шоу. Психолог, наоборот, подсказывает, то, что он нас видел просто насквозь всех. А мы-то не знали, чего. И вот это нужно было, ну, вот выдержать вот это вот нужно было. Хотя мы шли все туда, когда пришли, вот 16 человек, мы совсем думали, что по-другому, что мы придем, сейчас покажем, какие мы
там хорошие специалисты, какие мы там прекрасные специалисты, там хитрые специалисты, и пусть нас выбирает там Российская Федерация, как кто из нас лучше. Хотя совсем по-другому получилось все. Потому что когда вот мы только потом поняли, что и как, именно создать вот это вот адское отношение на кухне, скажем, да, в ресторане, чтобы еще создать команду, чтобы все мы работали в одной команде, и еще остаться человеком при этом. Было, конечно, и слезы были, и пальчики у нас плакали, и переживания большие были, и драки были, и все было. Да, драки были, потому что драки, там конечно. Был намек, ну, я так понимаю, подкорректированный несколько раз на драку, но зритель оставался в недоумении, вот будет ли сейчас дальше разворачиваться ситуация по сценарию, или и вообще был ли хоть какой-то сценарий, Илья? Мы не знали про сценарий. Потом уже узнали, что сценарий. Ну как сценарий? Опять же, сценарий, конечно, есть. Какой-то вот форматный, да, как, ну, как трафаретный, есть сценарий. А они уже отталкиваются, потому что все переделывается на ходу. Сами те редакторы, которые все там, дополнительные редакторы, помощники, они тоже говорят, они все на ходу, у них наушники. Ну, вот сбрендило, допустим, там редактору поженить меня, допустим, с Гнитиенко. Вот надо ему это. И они это сделают, поверьте. Хотя мы об этом даже знать не будем. Мы будем как бы дружить с ним, там, да, общаться, там все. А они сделают, что вот, вот прям вот надо поженить срочно. Понимаете, это будет. Но при этом вы подписывали, да, какой-то договор, контракт, что потом никаких претензий к авторам нет. На трех языках. Угу. Договор, да, с юристом, все очень жестко там. Психологическое или, ну, простите за это уточнение, и, может быть, даже психотерапевтическая помощь. А понадобилось ли затем кому-то из участников проекта? Ну, мне понадобилось точно. Я еще полтора месяца потом ходил, обращался к специалистам, потому что подрывают очень сильно психику именно вот внутри. Вот. Илья, и тем не менее вы говорите, что если сейчас очередное приглашение, телепроект, телешоу, вы готовы и вы ждете этого приглашения. Почему? Что это на самом деле телевидение великий наркотик? Ну, популярность – это страшная штука просто, действительно. Ну и действительно, когда вот, когда закончится проект, я думал, что я больше никогда не буду участвовать в таких форматах именно федерального уровня, больших вот именно. И прошло время, прошли годы, ты все-таки понимаешь, что это интересно, что это хочется. И я общаюсь со своими ребятами, друзьями, которыми я познакомился, до сих пор общаюсь, каждую неделю созваниваемся мы. И вопрос, когда мы задавали и уходили, что никогда никаких проектов у нас не затянут, никакие деньги, никакая популярность и так далее. Прошло время, мы встречаемся, сидим, я говорю, ребят, пойдем на Адскую кухню 3? Все говорят, пойдем. Ну вот для вас главное, вы вышли другим человеком, или вы вышли, доказав себе, что вы можете, и в таких условиях, повторю ваши слова, остаться человеком. Для вас вот самая главная ценность этого телевизионного урока? Скорее всего, наверное, больше для себя, потому что я шел именно для интереса туда. И слава богу, что редакторы этого и организаторы именно этого проекта, они увидели это во мне, что и показали именно ту правду, которую, за которую я пришел туда. И они действительно, спасибо им большое, еще раз говорю, вот, потому что они даже указывали, что я именно пришел в проект не за деньгами, не за победой. Я пришел ради интереса. Мне было очень интересно попасть на такой проект. Так как я до этого уже участвовал в каких-то там своих, там, ну, нашего местного уровня, телевизионных проектах и так далее, и мне было именно попасть, хотелось такой вот на большой, скажем так, грандиозной такой фабрику, именно где происходит все вот это вот реалити и так далее. И для себя я, конечно, многое подчеркнул именно в плане как отношения человека. Я увидел, что такое люди. Потому что, как бы, живя в одном городе, там, ездя, учась там, в каких-то там учреждениях там, или в других странах, ты все равно не видишь того общения, того, что предстоит, ну, за два месяца в этого съемок, то, что, ну, вот мне, это вот моим товарищам предстояло выяснить вот именно вместе. Потому что там действительно отобрали из всей России, у нас всего 16 человек, у нас даже не сходились интересы ни в чем. Вот насколько нам было тяжело. Ни в чем. То есть, допустим, я люблю вот белую салфетку, кто-то любит синюю, кто-то любит желтую. И мы не могли сойтись никогда в одном, найти золотую середину, потому что мы все были разные. Нас для этого и отобрали. Чтобы все были. Один такой, другой такой, третья такая и все. И должны все работать в одной команде и делать одно общее дело. Это очень сложно, поверьте.
для этого. Могу только догадываться. Илья, как воспринимаете женщину на кухне и изменилось ли ваше отношение после проекта? Я имею в виду, всем понимаем, что высокая кухня, наверное, как и высокая мода, это все-таки дело рук мужских. Ну, это вот классика жанра. Ваше отношение к женщине? Да прекрасное отношение. Нужно просто любить свою работу и любить твое дело, которое ты делаешь для кого-то. И тогда все получится и у женщины, и у парня. Нужно жить этим. Вы принесли на кухню в синдикат те уроки или те моменты, может быть, которые уже были проиграны перед телезрителями? То есть что-то из сценария телекухни и в реальной жизни в синдикате. Сейчас это совместимые понятия? Это... Конечно, да. То, что там научили именно как работать в команде надо. Это очень важно. Именно когда ты работаешь в команде, когда ты создаешь команду, когда ты делаешь, строишь эту систему, и чтобы она работала. Работала именно правильно так, именно для наших гостей, которые приходят получить удовольствие за свои деньги. И ты это даешь. Вот это вот меня очень хорошо именно научили, вот именно как вот нужно вести себя и как нужно это построить, и я это могу построить. Вы жесткий шеф-повар на кухне? Я скажу, наверное, я педант в своей работе. Но я добрый, я отношусь по-человечески к людям, я всегда выслушаю. Опять же, говорю всем своим поварам, коллегам, что если вы считаете, что вы лучше, я всегда пойду вам навстречу. Убедите меня, что я чем-то там, допустим, делаю так соус так, а вы делаете так. Если он лучше, я всегда пойду навстречу и всегда приму это за... скажем так, искусство, которое лучше меня. Ваше отношение к владивостокскому гурману или просто едоку, потому что, да, есть разница в этих понятиях. Насколько мы в Владивостоке, в Приморье, на Дальнем Востоке вообще искушены в вопросах кухни высокой, хорошей? Насколько мы обладаем хорошим вкусом? Слава Богу, за последние 5 лет научились кушать, научились именно вот проводить вечера вот эти вот именно с... Раньше как было? Вот взять вот 5-7 лет назад. Угу. Было сложно пригласить гостя, чтобы он поужинал со своей семьей где-нибудь в ресторане. Это надо было обязательно какое-то день рождения, праздники какие-то и так далее. И сейчас вот прям вот радует то, что вот народ именно действительно приходит вечером поужинать, приходит в обед пообедать. Это просто прекрасно. Ну, то есть культура, да, изменилась, культура. Поменялось, конечно, отношение, конечно, появилось к еде. Именно вот это вот западное вот это вот менталитет, который, видать, люди стали больше ездить, больше понимать, что действительно, что можно кушать и питаться в ресторане, а не готовить дома. Это намного, даже в некоторых моментах, это даже, по-моему, дешевле, чем ты будешь готовить какие-то там изысканные блюда дома, когда можно прийти и заплатить определенные деньги, провести хорошо время и покушать вкусно. Когда узнали, что в синдикате сейчас работает шеф-поваром знаменитый Илья Пасохин, какие блюда вам начали заказывать? И основное блюдо, ваше фирменное, которое вы считаете, что оно удается вам лучше всего? Я специализируюсь по мясу. Я очень люблю, я этому учился в Соединенных Штатах Америки, проходил стажировку именно по выбору мяса, по приготовлению мяса. Я про мясо скажу так, что я знаю практически все. Как его подать, как его пожарить. И любому клиенту я подхожу индивидуально. Кто-то любит так, кто-то любит так. И я по-любому сделаю так, чтобы кому-то понравилось. И, слава Богу, у меня это пока получается. Ну, тут, наверное, пригождаются уже и психологические какие-то, да, опыты, потому конечно, что вы же можете по человеку определить? Конечно. Вот заходит человек, вы уже понимаете, про что он, какие вкусы, да, как... Просто, хотя бы 2-3 предложения с ним поговорить. Я уже понимаю, что человеку надо, я знаю, что ему именно нужно в этот вечер. Что вас вдохновляет? Я не прошу открыть там свою личную жизнь, но тем не менее, вы же в первую очередь творческий человек. Когда вы создаете, вам же нужна подпитка. Вот что для вас является этой подпиткой, этой энергией? Я бы, наверное, сказал, может быть, любовь к моей дочери. Я очень люблю свою дочь. К сожалению, мы находимся сейчас в разных городах и очень редко видимся. Но мы созваниваемся. Дочке сколько лет? 5 лет.
Есть какое-то фирменное блюдо, которое папа Илья Пасухин готовит для своей дочери? Да, когда мы жили вместе, мы готовили всю еду вместе. Она любит, она уже может готовить салат, она у меня жарит яичницу с беконом, с помидорами, и это все неудачно получается. И даже вот недавно мне звонили, и она учила бабушку готовить салат. Да, она стояла у бабушки, у старенькой бабушки нашей, и она готовила ей салат. Вообще, Илья, у вас откуда наследие, любовь к кухне? Есть кто-то из предков, дедов, прадедов, которые занимались также на вашем уровне кухней? Я думаю, наверное, это по отцовской линии пошло, потому что у меня отец живет в Санкт-Петербурге, он занимается тоже небольшим, скажем так, ресторанным таким бизнесом. У него есть пару кафешек, которых он ведет. Там же он сам и готовит, и у него есть повара. Он как бы сам себе хозяин. Он и ведет это все, и кухню ведет. В принципе, у него неплохо это получается. Я думаю, что, наверное, оттуда и пошло. Потому что у нас, ну, он, у него вот пристрастие к кухне, у меня пристрастие к кухне. Я всегда был хотел работать на кухне. Илья, а почему после Сухого синдикат? Что здесь привлекло? Или это было предложение, и вы поняли, что, в принципе, на сегодняшний день это ваша атмосфера? Вот что здесь такого, что вас, ну, держит на этом месте? Потому что, ну, не секрет же, сейчас любой ресторан города, да и страны, будет рад увидеть в своих стенах Илья Пасухина. Именно что касается меню мясного, именно вот именно стейкового меню, вот я сейчас ввел новый формат от Tex-Mex, техасско-мексиканские варианты. Вот, и, у меня уже слюни потекли. Просто скоро появятся они в меню, вот мы дорабатываем, и можно будет это все попробовать. Я просто хотел бы это дать именно нашим жителям нашего города, чтобы они приходили и наслаждались моей едой. А что касается Сухого, ну, к сожалению, Сухов закрылся. Он просто закрылся. По-моему, я когда ушел оттуда, еще он полгода поработал, и ресторан «Товарищ Сухов», к сожалению, было печально, что работали там много лет и строили его. Вот. Поэтому я очень рад, что меня без бемедли ресторан «Синдикат» пригласил работать у них бренд-шефом. С удовольствием согласился и думаю, что у нас все будет, что у нас будет большая удача. Ну и такой вопрос, Илья, своей дочери пожелаете своего будущего или, по крайней мере, работы в своей профессии? Ну, конечно, наверное, каждый бы хотел, чтобы ребенок пошел по стопам отца, но я думаю, что доченька сама выберет уже, когда станет более взрослой, когда мы уже разберемся с ее образованием, чтобы можно было вкладывать, скажем так, финансы, которые очень важны именно в ее образование, чтобы это потом работало. Илья, ну, не хочу говорить, стоп, адские часы, когда наступают в синдикате? Когда вот приходит основной клиент, когда на кухне самая жара, когда Илья Пасухин перестает быть таким лояльным, обаятельным, и начинается немножечко адская кухня, как в формате телешоу? Ну, я бы сказал, наверное, это уже вечер, когда вот именно особенно пятница, суббота, или какая-нибудь когда вечеринка, когда все гости приходят, делают заказ. Спасибо за понимание, что все терпят, ждут. Хотя мы стараемся отдать как можно быстрее, донести до гостя какие-то, допустим, аперитивы там или а-ля сбуши. Вот, лучше начать с аперитива, да, чтобы гость подождал подольше немного. Потому что приготовление хорошего качественного стейка нужно время. Нужно время, и если мне гость даст это время, я вынесу ему то, о чем он хочет, ну, мечтает получить. Я так думаю, всегда с небольшим кусочком своей души. Вот у меня такое ощущение возникает. У меня в каждом блюде душа. В каждом все, что отдает, начиная от салата, заканчивая напитком. Как же без души? Без души не получится.